А ты тоже хочешь попасть в новый видос школьника и стать самым крутым подписчиком? То тогда лайкай видос, пиши крутой комментарий и вуаля, все получится. Я в тебя верю. Всем здарова, дорогие подписчики, с вами, как всегда, Диман, Юрка, а также Дони, и мы продолжаем играть GTA 5 онлайн, а это рубрика Копы против Ариши. Кукуся, Андрик. Здорово, народ. Сегодня, ребята, мы прибыли в район гетто, именно здесь я попытаюсь угнать самые крутые, вон ту тачку, там еще тачку, ту тачку, короче, самые крутые тачки, ну и копы попытаются мне в этом помешать. Посмотрим, получится ли у них это сделать, потому что у меня есть некоторые тактики, которыми я буду сегодня придерживаться. Ну а вы, ребята, помогайте мне в комментариях, давайте наберем как можно больше комментариев и как можно больше лайков. Слабо ли нам набрать 3000? Давайте мы это как раз таки и проверим. Ну а мы начинаем. Готовиться. Давай, поехали. Сегодня, ребята, у меня просто дикая тактика. Мы станем кротом, проберемся к любой из тачек. И, соответственно, ребята, быстренько мне сядем и угоним. Я надеюсь, что у меня получится. Я очень надеюсь, что вы уже поставили лайки, друзья мои. Ну а мы начинаем. Итак, ребята, мы, в принципе, готовы, в общем-то, перевоплощаемся. Так, так. Чё это там? Ну, тебе понравится, пока никого не вижу, я пока ничего не понимаю, кто где. Ладно, пока тактика работает, это... Не может не радовать. Понятно. Летающая башка из подземелья, ага. Да, какая летающая башка? Летающая башка из подземелья. Здорово. Да. Это не я! Это не я, пацаны! Ладно, погружаемся. 2-0. Крот 2-0, пацаны, короче. Я вошел. Да, видел, прикольно. Куда я вошел? Какую стену? Залить водой надо, предлагаю поссать норку. Точняк. Давай. Покажи голову. Вот он. Давай. Открывай норку. О! Нормально, кстати говоря. Нормально. Ладно, но я немножечко... Я прорубил эти стены. А как, подожди, а ты прям наверх ее поставил, да, говоришь? Прям наверх, да? Ну, типа... Ну, чё? Ну, ладно, окей. Я нашел идеальное место. Окей. Хорошо, я допустим. Пока этого барсука буду искать. Все, так, барсук вылез. Сам ты барсук, а я крот. Я просто маленький шаловливый крот. А, я ее искал на морге. А она, оказывается, была там. Ладно, хорошо. Кота, крота, ку. Хоть куда. Ладно. Направо. Налево, на север, на восток. А, понимаю. Едет. Наш Юрок. Так, ладно. А солнце тут сюда, а там туда. Разверните, едет назад, понял, Димка? Ну ладно. Вчера с Димкой в пошли, да? Я поехал назад, прости. Так. Нет, ты фуфлина какая-то, не назад. Сам ты фуфлина. Я тебя вижу, как минимум, вот ты здесь. И что будем делать, Юрец? Что будем с этой бедой делать, как говорится? Это же нереально. Это же нереально! Кто взял гударки? Скажи, пожалуйста. У тебя колеса желтые. Желтые? По-моему, вчера отмечал приезд не ты, а я. А какого хрена послевкусие остается у тебя? Этого я не понимаю. И что мне сделать-то? Ай, восьмой. Ёпта. Красиво, да? Да не, я Ванька просто аннигилировал, так что. Аннигилировал? Аннигиляторной пушкой. Аннигиляторная пушка! И где пушка? Ты? Пушка-чушка! Да я знаю, что ты меня спалил. Личным поймал! А было бы красиво! Вот тебе не получилось! А у тебя не получилось! Отлично! Да! Отлично!
Только я надеюсь, что он дурак. Ты дурак? Да, ты дурак. Что он делает? Где он? Да блин! Ты козёл! Я ждал. Я смотрел на магистраль, что вы делаете, понял? Блин! Ладно, спалили. Спалили, так уж и быть. Да пи... Боже, ты бесишь меня на своей гадарке. На гадалке на своей кататься. Как же моя крабированная тачка? Она вся светится прям. Я же говорю, мне не нравится твоя гадалка. Надо её как-то, наверное, удалить, что ли? Гадалка? Так, 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 так. Чего вы с тебя спадаете? Мы ангелы. Какой-то ангел. Мы просто, ну это, познали все в этой жизни, и поэтому можем даже такое творить. Боже, что я делаю? Что я делаю? Что я делаю? Правильно, ни хрена. У меня дурак внизу висит, поэтому где он? Кто висит у тебя? А, ну он тоже внизу, но он с другой стороны внизу. Понимаю, это что-то у меня зависит. Ладно. Выхода нет. Ага. Будем кое-что пробовать. Да ё-ма! Ну, понимаю. Понимаю. Да если бы была такая возможность. Ага. Ну, я знаю, что я уходил хорошо, но недостаточно, не предостаточно, отлично, как бы да, я хотел, блядь. Понимаешь? На байке отлично. Не буду. Я падаю. Вау! Сносите, блин. Все, я спрятался. Ох, изи. Ты красиво пролетел. Куда? Изи. А, блин. Где он? Ладно. По крыше метро. Юрец, я сейчас удалю твою гадалку, вот реально. Ты меня достал уже с нею. Да потому что я не могу уйти уже минут пять! Аккуратно! Да-да-да-да-да, не догоняет он. Да что с Финиром, я не понимаю? Его крутит, вертит. Его уже просто расколбасил в говнище. Расколбас, расколбас! Я понял. Ладно, а нет. А нет. Серьезно? Чего? Ты к нему в тачку успел сесть, надеюсь? Вы так летели вместе красиво? Пошел отсюда! Ты воняешь! Пошел отсюда! Ты воняешь! Уйди! Слезь! Слезь! Ладно, понимаю. Ладно, короче, ребята, с Финиром не получилось. Я думаю, сейчас мы что-нибудь еще придумаем интересненькое. И начнем. Да-д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 а
Ну, конечно. Я только еще машину выбираю, ну ладно. Я только вернулся. Конечно, уже начал я. Я пока что использую просто невероятно крутую тактику, которая, ну, точно мне поможет угнать Ваня, тачку. А в смысле? Понимаю. Здорово. Так, а что с тачком тут? А, это ты? Это я. Нет, это я. Я тебе, я ж тебе не попкорн, чтобы меня лопать, уйди отсюда. Во, я его сбил. Что ты делаешь? О, реально! Реально сбили! Ну, такое, пацаны, я буду жаловаться кому-нибудь там. Ладно. Крот, у тебя нет. Выхода нет. Выхода нет, но я сажусь, пацаны. Все, пиши пропало. Эту тачку хрен кто угонит и догонит. Да, реально хрен кто ее угонит, братан. Ты правильно сказал. Но... Давай вот сюда вот. Но... И маппинга от нее. Идеально. Я в ахере, да? Но... Да перестать. О, правильно, 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 правильно! Спасибо, это мои пацанчики. Это мои пацанчики. Что это было? Чего с тачкой это уже стало? Ты уехал, я вокруг твоей машины крутился у меня. Серьезно? Прикинь. Понимаю. Ты этого не видел? Понимаю, как говорится. Нет? Я прям на крышу привязался, как будто и крутился вокруг тебя. То же самое. Понимаю. Что происходит? Я в тебя врезаюсь. Не знаю. И... Да ё-моё, перестань ломать тачку! Она пингующая какая-то, да? Прям ФПС да, ломает. Да, ты закаля бомбыч уже. Ты застрял? Алё, ФПС не ломайте, пацаны. Ага, ФПС. Тачку дайте угнать, не буду вам ФПС ваш портить. Лица и Юрчика. Короче, у меня такое ощущение, что это из-за спойлера Бэхи. Угу. Реально? Да, вполне вероятно, как говорится, но никто не докажет это, не проверит. Все хорошо. Все хорошо, все под контролем. Так и было задумано. Да? Серьезно? Да, походу. Не, ну у меня вроде все, тачка хорошая. Блин. Либо это он пингует все-таки. Понять не могу. Ну перестань ты. Проверю, смотри, я его ударяю. О, не, это он успел врезаться, раньше я в него врезался. Да? Потенциал-то есть, но толку-то от этого.
Вот именно что. Вот именно что, по прямой вроде... Как и получается. Вроде как и получается, но вопрос... В другом. А где вы? Ну вообще что-то шуршал сильно. Да, я его потерял. Ну это хорошо. Это хорошо, ты как бы не можешь не радовать, но... Ё-ма! Минус Ванёк. Да, минус. Понимаю. Пизделей даст. Серьезно? Да. А где вы там нашли... приключения на задницу, скажите, пожалуйста, мне. Ладно, допустим. И как бы быть-то с этой бедой? Что мне делать и куда мне ставить тачку? Вот непонятно, потому что я... Ну, я, короче, я в Палето уехал, чтобы вы понимали. Я... Да, в Палето пригнал тачку, но... Аккуратно. Аккуратно. Так, ладно. А, кстати. Что там, кстати? В принципе-то. Ну, неплохо же, я думаю, да? Вообще отлично. Да, оставляю, короче, ее здесь, и моя первая готова, и отправляемся тогда за следующей. Давай. Давай, погнали. Так, первый, а второй, я уже выехал. Вы меня ждете? Да. Да? А я не скажу, что я сделал и куда я выехал. Так, ладно. Есть у меня кое-какая тактика? Как говорится, тактика под названием «Хитрый вор». Ага. До свидули. Короче, он сделал три колесных, который на самом деле квадроцикл, поэтому врезайся в него, он отлетит. Реально? Серьезно? Просто... О! Растворился, нихера себе. Но неэффективно. Я понял. Я вылетел, но я сел в нее, слава богу. Ладно. Давай без вот этих цыганских фокусов. Вылетел. Так я без фокусов? Я это без фокусов? Так, а вы... А, Зенва и Мотык. Ай, утону! Ладно, утону. Она плавает. Ты не знал? Нет? Серьезно? Да, я этого как-то обещаю. Думаешь, это выйдет по-нормальному-то. Здесь по-нормальному-то не выехать отсюда, здрасте. Ну, это не выйдет, конечно, дело не выйдет. Его вдоль можно пасти, но... Но ты офигел, да? Ну да. Ну вот, значит, теперь знаешь. Квадроцикл. А теперь мы знаем, что это не квадроцикл, а аквацикл. Аквацикл, да? Ага, я понял. Я потерял, не знаю, куда он делся. Да, желтый желток. А! Желтый желток? А, понял. Я пытаюсь заехать как минимум. У него получается, но не совсем. Обратно поехал в воду, нет? А как тут заехал? Обратно в воду. Какой? Да сейчас, подожди. Я по ту сторону, давай. Я кое-что придумаю, наверное. Я на мост. А, тут нельзя, да. Я понял, ладно, хорошо. Тогда есть другой выход. Плыви на набережную Лос-Антоса, на пляж, там есть выезд. Да, я... Окей. Знаю. Я пытаюсь что-нибудь придумать, но с этим... Да. С этим, конечно, ничего не сделаешь так такого. А, может быть, здесь выйдет. Он начинаешь, может выйти, вот, короче... Да я вижу его. А, не, он не выйдет здесь тоже. Акванавт нашел. Он сейчас утонет, врежется, утонет, блядь, чекай. Да, нет? Да, сейчас ты прям. Выехал? Ну, конечно. Выехал, смотри, да, выехал. Как нехер делать? Неплохо. Ты нихера не делаешь. Но. Ага. Ладно, я еду. Я, говоришь, нихера не делаю, да? По-твоему. Там. По-твоему, я нихера не делаю, ты хочешь сказать, да? Я на самом деле тачку почти угнал и уже ее, в принципе-то, спрятал. Серьезно? Да, есть такое дело. Здесь я слишком долго путь, еду. Единственный путь у меня доехать до него, он поехал по нему. А ты где? Да вот, где-то был здесь. Кто ты? Ты о ком вообще? Ты поставил здесь, мне, да? Тачку, господи, времени тяни. Да я тачку-то не поставил, но... Уже Юрец от тебя болеет, понимаешь? Но, на самом деле, я бы тачку уже поставил, если бы не ты, туфель, который рядом со мною был. В смысле я рядом с тобой был? В прямом, ты был рядом со мною. Понимаю. Да зато я все понимаю, не переживай. Я понимаю больше, чем ты. Короче, ладно. В общем-то, время идет, а на самом деле тачка спрятана очень хорошо. Я думаю, вы ее тут не найдете. Вот, и давайте отправляться тогда за следующей машинкой. А мы продолжаем последний заход. Последняя попытка украсть крутую тачку. Вот, и копы.
У нас с вами были плохие взаимоотношения, поэтому давайте исправляться, давайте жить дружно. А? Давай мы тебя отхерачим лучше ногами. Ну, такое себе предложение, могу так сказать, и поэтому я, пожалуй, откажусь. Ладно, окей. Когда мы будем с тобой за одну команду, ради бога. А что он сделал кульбит и дальше поехал? Так, Валера. Валера. А, слушай, кто поехал? Кто поехал? Кто у вас там что, куда поехал? Я так и не понял. Ладно. Что взорвалось? А, ты тачку удалил, слышь? Блин, я не удалял ее. Нет, нельзя. Нельзя, все время вышло, я успел угнать тачку, слава богу. Но... Кобра, Джет. И чё? Это же Кобра. Это Кобра Пук. И Кобра Пук, хорошо, сейчас мне поможет угнать тачку. Чё я с вами плохо, неплохо. Ладно, окей. В этот раз не получилось, но мы же не расстраиваемся, как говорится. У нас есть еще несколько вариантов, возможностей, попыток, что-нибудь сделать, давай! Мы сильно расстроились, что не получилось. Ём. Блин, если бы был тупик, это было бы очень круто. Возможно. А может и нет, а может и да. Кто его знает? Короче, я сейчас вас понял. Буду. Ну да. Что-то интересно. Неинтересно, на самом деле. О, да давай ты! Да давай ты! Побольше врезайся, Боб, побольше врезайся. Молодец, ага. Даже пластилина. Да, блядь! О! Минус один, слава богу! Ты чё с цыганскими фокусами своими? Я даже не понял, что произошло, я вообще копов убирал. Меня там два раза кинули. Аккуратно! Боже, что с ее колесами? Да, есть такое. Да ёма. Это хорошо присандалил. Да. Да не, работа-то плохая. Я даже не знаю, что сделать-то здесь, но у меня есть возможность. Один хороший вариант, как бы. Да ёма, что тебя крутит, как... жесть, не та тачка. Как охота врезаться, но... Я же вынес тебя. Не вынес? Да, он этот, цыган. Ты меня не вынес, слава богу, но есть одна проблемка. Блять! Я называю эту проблемку чек энжин. Нормально. Ёпт, ты куда делся? Он тупо вверх. Где он? Тень пролетела где-то. Да? Где? Да. Ну, где-то слишком высоко. Что делать? Ладно. Дерево застрял, так что топово. Да. Опа! А вот отсюда возможно не выйдет. Что, фиксик? Застрял в моем холодильнике? Вау! Это хорошо. Но неэффективно, я так могу сказать. Короче, парни, вы меня достали. Да? Не могу тебе сказать, что-то другое. Я хочу из гранатомета пальнуть, уже битые 5 минут. Я жду, когда разрешат такое-то поражение. Давай! Да, блядь! Извини! Давай! 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 Блядь! Да ты запарил уже! Залповый огонь, вызываем турель. Угу. Угу. Где он? Блядь! Что происходит? Вау! Все, вот это точно не ловится. Он упал к Бургер Кингу. И чё? Бургер Кинг я знаю, где он. Я далековато. Да опять не. Не, ну это не ловится. Что происходит? Кривой, ломанный. Он не уедет оттуда, наверное, по-любому. Ну я еду Кингу, как ты сказал. Бля, он еще воздух, молодец. Он вот вообще незаметно ведь вообще. Да я не вижу, мы как бы, ладно. Короче, все, в принципе, тачку, я думаю, сейчас вот мы тут где-нибудь припаркуем, потому что я вас вроде как и не видел. Вот, это как бы ты и не можешь не радовать. Вот, видел, и как бы, если сюда... Кто-то летел на крышу дома, и, возможно, он там и остался, это точно. Не знаю. Серьезно? Ты не видел, ёб твою медь, ты не видел. А мы все равно не достанем, что какая разница. В смысле, ну мы знаем где, я же видел, он бы там остался. Да в смысле, вы серьезно, ну тогда ладно. Ну все, у меня чекан же дачка-то дальше не поедет никуда, поэтому ладно. Ну ладно, окей, так и не получилось. Да, тебе тоже. А что, где он? Не знаю. Ну, просто выбрал. Знаете, где парковки? А все уже? Ты где-то здесь, наверное, ты в эту сторону падал. Знаешь, где-то здесь она и валяется. Серьезно? В подворотне. Может быть, а может и нет. Не, на самом деле я на крышу ее оставил, она же у меня сломалась.
Я ж, ну, ничего больше не мог сделать. Короче, ладно, какие парковки знаете? А, сейчас, например, по карте знаю что-нибудь. Так, а ну-ка, к Ваньку садимся. А, не-не, ну-ка эту знаю, ну где-то здесь. Я, короче, знаю, куда ты заезжал, но точное место не знаю. Давай тогда к Юрцу садимся. Где-то на свалке, ага. Её просто нужно посмотреть. Типа где-то на свалке, хочешь сказать. Интересно, или интересно, нет? На самом деле я тут вообще как бы не бывал. Не, я заезжал, да, я не спорю, но я тут не оставлял тачку. Что-то было, ты точно сейчас заезжал, вот вопрос выехал. Не оставлял здесь тачку. Тачку? Ну ладно, понимаю. Окей. Я знал точное место. Я не заезжаешь только, я тебя полю, прям с тобой катался, да. Ты правильно говорил, что ты меня видел, наверное. Да, я видел, поменять. Короче, кто-то ехал, все, но, блин, знаю. Ладно. Окей, хорошо, а ты, Ванек, больше тоже не знаешь, да? Не, я ничего не знаю. Окей, тогда, получается, можете прыгнуть ко мне и, в принципе, найдете Бугатти, на которой я ехал, вот сюда, неподалеку. А, это моя первая тачка. Где? Ну, а вот Кобру... А, внутри. Кобру я оставил здесь, да, вы действительно были правы, тупо прыгнул, и так как у нее загорелся чек энжин, она уже не ехала, я тупо ее оставил вот здесь. Понятно, ну, почти не на крыше. А, ну, где упал, ладно, остался, ребята, конечно. Да. Спасибо огромное за просмотр, такая серия получилась, они использовали тактику крота, помогла, ставьте лайки, всем удачи, всем пока. Это не крот, это летающая голова, всем пока.